Розочка, привет! Мы никак не можем с Мишкой дождаться Катю. Ты можешь отдать ей наши сюрпризы? Хорошо, Машенька. Я не просто отдам ей ваши сюрпризы, а еще проверю, как она подготовилась к Новому году. Привет! Привет! Ко мне приходила Машенька и оставила для тебя сюрпризы. Только я тебе их просто так не отдам. Нет, тебе сначала нужно выполнить задание. Ты должна показать свой праздничный наряд. Какая ты красивая! Настоящая снежинка! Какой-то коктейльчик! Привет! У меня для тебя задание. Знаешь какой-то стишок новогодний? А теперь я тебе даю второй сюрпризик. Следующий сюрприз ты найдешь у Цветана. Я Цветан. Мне Розочка дала твой сюрприз. Нужно спеть песенку про елочку. Ты знаешь такую песенку? Конечно. Можешь забирать свой сюрпризик. Привет, Катя! У меня спрятан еще один для тебя сюрпризик. Я тебе задам такую загадку. Зимой и летом одним цветом. Что это? Ёлька. Правильно! Можешь забирать свой сюрприз. Так. И я спрятан. Я тебе покажу карточки, а ты будешь отвечать. Это что такое? Конфетка, подарок, а не день. Ёлочка. Получи свой сюрприз! Ты знаешь, кто такой Святой Николай и Дед Мороз? Конечно. Дед Мороз где? Умничка! А где Святой Николай? Вот. Умничка! Поднимай елочку! Вау! Тебе открывай сюрприз! Синий, зеленый, красный, желтый. Зеленый и мороженый. Ой, смотри, костюм. Конфетти. Зеленый. Оранжевый. Оранжевый. Зеленый. 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 Зеленый, 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 оранжевый, коричневый, коричневый, зеленый, зеленый, оранжевый. И водка есть. Где ты, Мишка? Вот. Где это попало? Что такое? Да, вкусненько. Да, и подписывайтесь на канал.